С главного фигуранта в деле убийства журналиста издания «Вести» Вячеслава Веремея полиция сняла электронный браслет. Меру пресечения Юрию Крысину не продлил Соломенский суд столицы. Об этом сообщила правозащитник Мария Томок. Она считает, что теперь подозреваемый может покинуть страну. Напомню, 18 февраля 2014 года вооруженные люди в масках избили Вячеслава Веремея. Один из них выстрелил журналисту в спину. Утром на следующий день он скончался в киевской больнице.